Я приветствую, сегодня очередная распаковка. Как обычно, начну самой маленькой. Вот. Здесь у нас... Ага, тут кулончик такой. Со скорпионом. Это я за баллы взял. Кажется, на пандау. Это, конечно, не себе. Супруге отдам. Вот такой там скорпиончик. Довольно красивый. Так, идем дальше. Это был позже подарок, сами сюда. Я не знаю, что в этих коробках, но там что-то интересное. Довольно весистая. Смотрите, тут брелок. Брелки в виде патрончиков. Вот так хорошо упаковано. Кажется, на подарок хорошо. Вот. Так, ух ты, может, с фонариком. Так, вот две кнопки. Одна. Это лазерная указка. Одна лазерная указка. Кстати, довольно хорошо светит. Другая фонарик. Я посмотрю. Тут откручивается. А, там батарейки, понятно. Откручивать не будем. Так, вот. Ну, так, здесь тут лазерная указка. Там. Не знаю, какую дальность. Ну, надеюсь, она такая дальняя. Ну, довольно яркая. Фонарик довольно-таки яркий. Для такой малышки. Очень нужная вещь в наших условиях, когда бывает свет. Включат. Допустим, пришел. Фонариком посветил этим. Ну, это для детей. По-моему, незаменимая вещь. Так, дальше. На, как обычно, фонарики последовательно начинают. Здесь у нас... Здесь у нас какие-то семена. Я заказывал семена. Так. Я. Ладно, я посмотрю еще, что это за семена. Нашел, что это такое. Это семена кактуса за 50 рублей. Ну, посмотрим. Я сомневаюсь, глубоко сомневаюсь, что это кактусы, конечно. Ну, посмотрим и буду все показывать. Конечно же, будут не кактусы, а какая-нибудь трава вырастет. Ладно, скоро посажу. Следующая посылочка. Кстати, здесь колонки. Bluetooth колонки, если я не ошибаюсь, конечно. Очень похоже на то. Я зачем-то две колонки заказал. Ну, наверное, на работу. Здесь у нас насос. Наконец-то. Это на Алиэкспрессе заказывал. 11 ноября. Уже пришел. Как раз, когда были распродажи, что мы имеем в комплекте? Насос, крепежи для насоса на раму вешать, две стяжки и переходники. Сейчас мы как раз попробуем вот эти вот переходники наметить. Сейчас я мне велосипед не буду надавать, потому что... Так... этим вот. Инструмент в рабочем состоянии, ссылка на него будет, кстати, тут фирма даже в описании. Пользуйтесь кэшбэк сервисом, ссылка будет тоже в описании. Ну вот здесь тут колонка, очередной подарок жене. У меня все подарки жене, все заказы нам жене. Упакована она вот так классно. Коробочки, кстати, не новые, а он. Знаете, здесь такая огромная, просто сказать, градация цветов. Интересно, почему я не взял вот такой? Ну ладно, сейчас посмотрим, что внутри. Вот тут описание. Упаковано прям как подарок. Вот подарок жене.
на день рождения. Да, на день рождения. У него скоро день рождения. Уже совсем скоро. Инструкция здесь на китайском и на английском. Ни тот, ни другой мы с ней не знаем. Батарейка 1002. Дистанция 10 метров, кстати, рабочая. Довольно, мне кажется, неплохо. Весит он 405 грамм. И параметры. Ладно, открываем. Что у нас в комплекте? В комплекте сама колонка. Это довольно увесистая. Какой-то переходник. Ну и зарядник. Так, а сейчас я буду испытывать. Надо задней панельки включить. Увеличить или уменьшить громкость, не знаю. И М. Что означает М, я не знаю. Тут, по-моему, можно ее даже открыть. Открываем. Ага. Вот, что мы имеем. Там можно ставить карту. Подключить USB. Наушники и зарядное устройство, как я понял. Ладно, попробуем ее испытать. Включается она довольно страшно. О. Bluetooth mode. Что-то говорит по ней в русском языке. Так, вот мы ее нашли. ТГ-117. Ничего себе, какой номер к ней. О, подключились. Сейчас посмотрим. Сейчас я включу какую-нибудь разрешенную на YouTube музыку. Ну вот ее звук настроился на очень и очень быстро. Сейчас. Вот. Уменьшение звука здесь. Или нет? Так, непонятно. А! Это переключение. Видимо. Егор Николаевич, добрый день. Вот, Дмитрий Ильич, меня... приветствую. О чем сегодня? Сегодня расскажем про грядущий фестиваль. Нажал кнопочку, шел на канал Учкова Дмитрия. Да, точно. Он масштабы коррупции в России управляет. Между прочим, нам... А, следующий канал. Следующий ролик, предыдущий ролик. Это не громкость. Привет, дорогие. Так, М. Ага. Это он, по-моему, радио включил. Bluetooth mode. Сейчас Bluetooth работает. Ну, там еще карта памяти, если ставить карту памяти. Короче, все, разобрались мы с этой колонкой. Сейчас попробую, сейчас я включу звук. И посмотрим. Так. Вот, пожалуйста. Он сразу подключает его. Так, и все, с этой колонкой разобрался. Здесь мягкая. Так, можно вешать ее. Ну, довольно качество сносное. Стоила она... Не буду брать, сейчас гляну. Стоила она 800 рублей. По-моему, она заявляется даже как водонепроницаемая. Играет MP3 формат. Расстояние 10 метров. Короче, тут много-много всяких возможностей. Короче, рекомендую. Мне зашла, очень зашла. Сейчас открою вторую, посмотреть. Вроде я заказывал другого цвета, и посмотреть. 7, так. 9, вот, звонит. 0, вот видите, вызывает. 1, 3, 5. Сейчас посмотрим. Вот. Вот, кстати, с Bluetooth можно. Вот, пожалуйста. Сейчас. Алло. Выключу. Кстати, интересная вещь. Мне позвонили, сейчас я почищу дело. И можно было так разговаривать, звук через колонку шел. Сюда поставлю. То, что шипит изначально, это просто такой звук. Вот следующую мелодию ставлю, там уже без шипения. Это не от колонки зависит. И вторая колоночка у нас, она, мне кажется, другого цвета будет. Так, она синяя.
Так, вот он зачет на колонке, реально. Вот такая же синяя. Так, попробую включу. Интересно. Да, кстати, а звук-то как бы тихий. Сейчас я... Что будет, если включить две? Bluetooth mode. Так, режим Bluetooth, скорее всего. Она говорит, сейчас я ее тут попробую настроить. Так, Bluetooth. 15. А у нее другой номер. У нее какой-то номер порта. 41, 42, B3. Ладно, сейчас ее включу. О! Да, играет только одна колонка. Короче, колонки зачетные. Респекты мою уважуху за такую цену. Сейчас я их выключу. Так, она выключается. Так, что я обнаружил? То есть не я, а ребенок обнаружил, что если снять колпачок, то это еще и ручка. Посмотрим, как она пишет. И пишет, кстати, зачетно. Не знаю, сколько она. Одноразовый или нет? Ну да, одноразовый больше. Такой зачетный брелок. Это тоже рекомендую. На ключ повесить и не знать проблем. В любой момент у вас под рукой ручка, указка и фонарик.